Приветствую вас, уважаемые зрители. Пришел мне очередной заказ с онлайн-гипермаркета 21 век. И пришла вот такая замечательная материнская плата ASRock Z590M Pro 4. Как видим, довольно плотная, хорошая коробка. Материнская плата на 590-м чипсете. Сокет LGA 1200. И форм-фактор Micro ATX. Если вас интересуют более подробные характеристики данной материнской платы, то можно посмотреть на сайте интернет-магазина 21 век. Распакуем коробочку и сразу видим инструкцию под материнскую плату. И хочу подметить, что в инструкции есть русский язык. Гарантийный талон. Задняя панель. Диск с драйверами и наклеечка. Два SATA кабеля. Болтики под М2 разъемы. Материнская плата упакована в такой специальный пакет. Этот пакет защищает видеокарты, материнские платы от статического электричества. Карта лежит в такой мягкой полиуретановой подкладке. Четыре слота под оперативную память. Усиленный слот под видеокарту. Как видим, защитные радиаторы и радиаторы охлаждения стоят. Разъем М2 под Wi-Fi модуль. Ультра М2 разъем. И здесь еще один М2 разъем под радиатором. На этом видео заканчиваю. Спасибо за просмотр. До новых встреч!